Всем привет, друзья! Такой небольшой обзорчик по рейсам. Сейчас летают уже рейсы в Анталию, ждем из Кыргызстана. Сегодня 24 августа, и мы сами летим также за границу. Ждите новые видео. Совсем недавно мой знакомый из Стокгольма прилетел через Турцию, как раз во Внуково. И здесь сейчас все стало очень быстро. Вы прилетаете за границы, проходите тест, экспресс-тест за час и въезжаете. Если вы специалист в области иммиграции более 5 лет, у вас кадровое агентство за границей или визовая компания, предлагаем вам повзаимодействовать с нами. У нас более 450 тысяч подписчиков, огромные охваты. Также интересные видеоролики из США, Канады, Евросоюза от людей, которые живут непосредственно там. Что-то интересное, мы готовы даже покупать. Наши сторисы набирают по 20 тысяч просмотров.